Чаглар Эртугрул на некоторое время пропал в связи со своей болезнью. Но актер недавно дал интервью, в котором рассказал о своем здоровье и о планах. Чаглар сказал, что он идет на поправку и лечение ему помогает. По словам актера, у него хорошая динамика. Чаглар сказал о своих будущих планах. По словам актера, после полного выздоровления он первым делом женится на своей девушке Кайли Манукьян. Также актер сказал, что он очень любит детей и помимо своих детей также хочет усыновить ребенка.